Вот почему было ментов до хрена. Это Богачев, по-моему, если я не ошибаюсь. Да, Богачев пришел. Да что, пусть приходят, спокойно. Самая массовая партия, на 166 депутатов областного совета. Характер выступления был запретительный в наш адрес. Это такой рафинированный оппонент, то есть недоброжелательный даже. Это кто? Вы. Отлично, я его понавешал, меня не знает. Я, нет, я вас спросил, вы даже вы фамилию не подтверждаете, вы Загоруйко? Да, а какую я так вам? Вот, вот, вот. Как, поэтому как это я своей знаю, коллеге сказал. Да. Они в силе победы. А, эй, 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 эй. Разговор окончен. Подождите, справа снимите. А вы знаете, почему люди выходят? Знаю. Расскажите нам, пожалуйста, расскажите, почему люди выходят. Потому что у нас нет докторов. У нас тупые докторы. Ну, вы знаете. Потому что их нет. А когда стали тупыми? Вы знаете. Когда мы начали медицинскую реформу, и умные доктора, они появятся только со временем. А какие суды у нас? Вы же прекрасно знаете, какая коррупция суда. Ну, скажите, когда даже начнем с того, что нужно прийти написать заявление в обыкновенном РУДД. Это стало последний год, два, три. Давайте так. Давайте, начнем с этого. Мы начнем с того. Давайте, начнем с того, даже прийти написать заявление от простого человека в РУДД. Я вам хочу сказать, что... Я уже в судах, сколько вот я лично уже коснулась этого. Я судилась с Колесником, с Теклом Рейжа. И что? Я здесь, да, за меня пошли. Двое судей сказали, Петровский, областной суд, что мы будем судить действительно по закону. А вот если вы не нужны, то хотим бы я сам судить. Так, родственники, я ничего не давала. Но вы знаете, что президент, он я не хочу поддержал, сложно встречать президент, потому что это не мой президент, людей. Я его никогда не выбирала, понимаете? Если у человека есть судимость, для меня это не президент. Я это понятно, понимаете? Но его избрал народ большинством голосов. Мы это, я лично видел, как этот народ выгружали и встречала милиция, чтобы сопровождать по разнарядке на вокзале. Люди, каждый второй не может ответить из вашего народа. Чего они там находятся и бегают на Майдан оранжевый, хлебосольный, бутерброды с сыром в пакетике сшибают. Смотрите, ну у вас здесь только 80 человек здесь. Остальные-то сидят. Они ж боятся. А вы говорите, что у вас самая массовая партия. Где ваша народная? Банду геть! 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 Банду геть!